Ну вот и снова я в Малайзии. Приехал за визой в очередной раз. Приехал в этот раз с другой компанией. И нас поселили вот в такой отель. Вот он, с пафосным названием «Континенталь». Сейчас просто хотел показать этот отель. Ну, не знаю, может быть, мало ли кому-то пригодится. Вот. Значит, до этого ездил с другой компанией. Нас селили в отель под названием «Банан». А это вот он такой большой отель. Сейчас, если там нам не будут препятствовать, я внутри сниму, я не знаю, там на ресепшене как отреагируют. Вот он, «Континенталь». Такой пафосный ресепшен. Рядом есть обменник. Сейчас пойдем туда. Малайзия очень необычное место, на мой взгляд, на самом деле. Не знаю, почему-то здесь такая обстановка какая-то другая. Я не знаю, то есть напоминает чем-то Корею, наверное. Я не знаю, ну все какое-то другое. Одновременно с этим очень много перемешано здесь культур и религий. То есть здесь очень много церквей. Да, то есть очень много мечетей, есть даже буддийские храмы. Вон там он мужик какой-то прохожий, ну, видимо, попрошайка, играет что-то похожее на скрипка эрху. Я пойду дам денег ему. Очень классно. Блин, как будто в Китае побывал. Но я же говорю, очень интересное место Малайзия. Блин, я обалдею от этой скрипки. Вот я поменял денежки на малайзийские рингиты. Вот они такие денежки интересные. Окей. Я не был, значит, вечером в этом районе Little India. Может быть, там, конечно, сейчас очень круто. Не знаю, сейчас вот сходим туда. Малайзия, кстати, ну, в частности, Пенанг, он как-то более, мне кажется, урбанизирован. Почему? Потому что, ну, как минимум, здесь ходят автобусы по улице. В Таиланде такого нет. Ну, почему нет? В Бангкоке есть. Да? Просто мы живем... Вот он, автобус. Мы живем на Пхукете. Ну, опять-таки, видимо, это то, что мы живем в туристическом месте. Там нет автобусов, то есть только тук-туки.
Поэтому здесь вот прям город-город, да? Ну как город, остров. Ну вот, мы дошли до Little India. Вечером здесь реально прям Индия. Реальное ощущение, что ты в Индии, потому что музыка выключили. Наличие вот этих магазинов индийских прям реально, то есть складывается впечатление, что ты гуляешь где-то в Дели. Ну вот и любимая кафешка. Вегетарианское место на Пенанге. Ну, надеюсь, не единственное. Пойдем. Ну вот я двигаюсь в сторону отеля. Сейчас, наверное, уже буду отдыхать, потому что, ну, очень сильно изматывает эта поездка, то есть получается переезд с Таиланда в Малайзию. Вот, поэтому, наверное, сейчас буду уже отдыхать. А вообще в Малайзии, в частности в Пенанге, очень много интересного, очень много интересных мест. Вот, поэтому, если вдруг приедете сюда, то совет задержаться здесь, ну, как минимум, больше, чем на 2 дня. Так что, ну все, всем пока.